Хорошо известно, что нет ничего практичнее, чем хорошая теория. А теории социентальные или теории, касающиеся динамики социума, до последнего времени на самом деле сильно отстают в своих достижениях от реальных потребностей. И поэтому политики чаще всего опираются на интуицию больше, чем на объективное знание законов развития социума. И поэтому методом проб и ошибок, очень большого числа проб и очень большого числа ошибок, достигают некоторого результата, положительного или отрицательного. Доказано, и впервые не мной, а до меня, и другим способом, профессором Поршневым, по-моему, Борис Федорович, что существует закон ускорения социального времени. Это я так называю. На самом, может, не очень удачно. На самом деле закон ускорения социального прогресса. Он это доказал, исходя из эргономических соображений, из того, что, скажем, удвоение мощности одной человеческой души, как производителя, одного человека, требует разное время, причем это время сокращается по мере развития. Значит, пока человек был с лопатой и киркой, он обладал одной мощностью, нетрудно ее посчитать. Когда он пользовался прирученными животными, там, лошадью и так далее, мулами и так далее, у него была другая мощность, ее легко посчитать. А когда возникли, скажем, паровые машины, это уже совсем другая мощность на душу населения, на одного человека. Ну и так далее, да? Когда дизельные двигатели и тому подобные вещи, атомные электростанции и так далее, мощность стала иной, и эти промежутки, скажем, удвоение или утроение мощности с течением времени сокращали. Значит, такой закон ускорения времени можно считать открыт достаточно надежно и объективно. Мне это удалось сделать дедуктивным способом совершенно. Я до его открытия не знаком был с работами Поршнева, так что я это сделал совершенно независимо. И будем считать, что закон ускорения социального времени объективно существует. И это означает, что времени для принятия адекватных решений в системе управления не так много. И делать пробы и ошибки, то есть время на ошибки отводится все меньше. И это означает, что в любой стране социум вообще должен иметь такую систему управления, которая опирается на адекватно существующие законы. И только такая система управления может справиться с ситуацией. Иначе мы знаем, что наступает иначе. Если система управления становится неадекватной, то любой частный кризис, финансовый или более широко экономический, неизбежно перерастает в кризис системный. И такой системный кризис был, это некое вступление, был предсказан для европейской цивилизации в докладах Римского клуба. Многие просто говорят, ну, на обывательском уровне, да, я не верю этому, жили вчера, жили позавчера, будем жить и послезавтра. Такой вот оптимизм. Оказалось, что нет. Действительно, эти доклады, это доклады, которые развивали в трудах Мясоровича, Пестеля, скажем, развивали метод Форестера. Это метод многофакторного системного анализа, где взятые для модели несколько параметров, каждый исследовался статистически, а объединялись они динамическими уравнениями, ну, дифференциальными уравнениями. И, значит, дальше проверялись ретроспективно, то есть подставлялись уравнения значения, и если вы получали те результаты, которые были уже достигнуты, и они известны статистически. Если нет, то тогда коэффициентами манипуляции коэффициентов подправляли так, чтобы этот результат получался. А после этого экстраполированные параметры подставлялись в эти же уравнения,
И получались выводы для системы в будущем. Так вот, будущего в европейской цивилизации, эти работы были сделаны в 70-х годах, предсказано как завершающееся, то есть обрывающееся, к середине этого столетия. С 40-го по 60-е. А механизм какой обрывания там? Я знаю, по немецкому клубу они считали, что это ресурсный голод. Что? Ресурсный голод. Не только, нет. Там есть ряд угроз, ряд рисков. Среди них назывался экологический, демографический, ресурсный тоже, да. Так что предсказания Мальтуса, они до некоторой степени оправдались. Здесь, правда, произошли изменения обнадеживающие. Ну, я как будто не о том, я увлекся. Я просто хотел показать, что знание этих законов актуально, совершенно необходимо. И здесь любые попытки оправданы. Вот мой лейтмотив. Но я сейчас закончу с этим вступлением, оно затянулось, я увлекся. Значит, демографический кризис, экологический кризис, то есть вот эти компоненты как параметры закладывались в модель. Демографический фактор, экологический фактор, ресурсный фактор. Их, по-моему, было 5. Я сейчас всех не помню, но это любой в интернете может посмотреть. И вот, значит, получился такой вывод. Модельные расчеты, сделанные в последнее время, уже после 70-х годов, это было необходимо сделать, потому что, скажем, закон изменения демографии за последнее время, с 2000 года, существенно изменился. Этим занимался предметно профессор Капица, покойный теперь, Сергей Капица, младший Капица. Он получил формулу для роста, для демографической динамики. И с 2000 года она резко изменилась. Там была, по-моему, экспоненциальная зависимость, я сейчас точно не помню. И с 2000 года произошел очень крутой перелом. Это была пологая прямая, ну, промежуток маленький, она может быть там зигзагообразная или какая-то другая, прямая с очень малым углом наклона к оси времени. Значит, вот что-то произошло с демографическим ростом на планете. Вот он очень сильно изменился, в общем-то, в нужную сторону. Значит, по крайней мере, предсказания, то есть та динамика, которая учитывалась в докладах Римскому клубу, в этих работах, в этих исследованиях, она существенно изменилась. Стали актуальными новые работы, новые исследования, которые бы учитывали этот фактор. И они не заставили себя долго ждать. Такие работы были проведены, и по ним прогноз еще ужесточился, как ни странно. Сроки приблизились к нам. И этот срок для европейской цивилизации называется как средний 15-й год. А вот я запомнил, что для Германии, по-моему, и Швейцарии это 23-й год, для Англии 27-й. Ну а для кого-то процесс уже пошел. Там, где тонко, там рвется. Такой анализ или подобный ему проведен был группой исследователей под руководством Малинецкого Геннадия Георгиевича, по-моему, или Георгий Геннадьевич, сейчас точно не помню. И он пришел к выводу, что для России это как раз предельный год ее вот такого существования, если дело пойдет так, как оно идет, если не произойдет радикальных изменений. 15-й. И теперь я на этом заканчиваю прогнозные вещи. И хочу сказать, что я надеюсь, что вот этим вступлением я сумел обозначить актуальность знания социентальных законов, опираясь на которые действительно с минимальным количеством ошибок, проб и ошибок, можно выбрать курс, который позволил бы надеяться, по крайней мере, на благополучный выход из той ситуации, которую впору называть апокалипсисом. Потому что изменение такого образа, такого уровня не проходит без колоссальных жертв и кровопролития. Таким образом, знание законов совершенно необходимо. Я в течение достаточно долгого времени работал над системой. И сначала я исходил из идеи, что КПД в живой системе, в негантропийной системе, в самоорганизующейся системе, должен быть наивысшим.
Ну так природа устроена, а зря тратить, из чего искать опцию? Вот если орган не работает, то он становится дистрофическим, все лишнее отбрасывается. Вот считали, что гипофиз лишний, нет, оказалось, не лишний. Считали, что аппендикс лишний, рудиментарный, оказывается, нет, не лишний. Ну и так дальше. Ничего лишнего нет на самом деле. Дальше. Я исходил из того, что, скажем, те вещи, которые, что в природе существует гармония, и что золотое сечение надо принимать как мировую константу. И когда мне говорили, ну какая же гармония, если в природе вот, трофические цепи, и каждый жрет каждого, а бактерии съедают всех. Какая же это гармония? И даже на одном из плакатов, я помню, я занимался вопросами самоуправления, ну и в теоретическом плане, и в практическом, и, по-моему, из демографического института одна из лекторш показывала плакат, где большая рыба гонится за маленькой, готова ее проглотить, а ее догоняет стая маленьких рыб, которые образуют тоже разинутую пасть. Значит, никуда не уйдешь, и тебя проглотят. Ну и так далее. Так на самом деле это действительно гармония. Потому что дарвиновский отбор был бы невозможен, если бы вот не существовало этого поедания. Если бы слабые не выбывали из игры, и только сильные могли бы продолжать род вида. Сильные в том смысле, что они наилучшим образом адаптированы к существующим условиям. Если бы не было многочисленных поедателей насекомых, но я не биолог, я точно не помню, и тут вы меня можете подправить, то, по-моему, через год насекомые метровым слоем покрыли бы весь земной шар с океанами вместе. И, значит, никакой жизни было, просто бы не было. Но если она есть, то в том виде, в каком она есть, она и есть гармония, потому что она обеспечивает продолжение жизни. Вот теперь мы, собственно, к системе и перейдем, но я собирался ведь говорить о динамической, о концепции, динамической модели социума. Значит, в основу системы и в основу этой модели закладывается аксиома, которая звучит примерно так. Все живое на Земле от простейших до приматов имеет в качестве своей фундаментальной интенции, то есть такого качества, без которого просто нет живого, вот в качестве этой фундаментальной интенции имеет стремление жить, и это означает продлить свою жизнь, жизнь рода, жизнь своих хищников, жизнь всего живого на Земле. Каждый индивид этого может не сознавать, но когда собой он кормит хищника, он продляет род, исходя из того, что мы определили как гармоничное существование биосферы. И это означает, что он сохраняет жизнь биосферы в целом. Итак, вот эта аксиома, пока я не нашел никаких для нее опровержений, и она служит фундаментом системы, она утверждает, что важнейшим качеством всего живого, наряду с феноменально большой скоростью усвоения биохимических реакций, скажем, да, наряду с другими качествами, обладает вот этим фундаментальным качеством, стремлением сохранить жизнь, свою индивидуальную жизнь вида, жизнь рода, жизнь биосферы в конечном счете. В шкале ценностей, то есть в человеческой шкале, жизнь человека как вида имеет наивысшую ценность. Вот от этого мы потом будем танцевать, что говорится. То есть он не стремится отдать себя хищнику, в смысле, да? Он не стремится себя отдать хищникам, но не может не отдать себя хищникам, потому что бактерии поедают всех. Вы можете бактерии рассматривать как хищник. Это океан, в котором мы погружены, и если организм ослабевает, бактерии с ним справляются. Дело не в том, что он не стремится отдать себя хищникам. Дело в том, что он стремится продлить свою собственную жизнь и жизнь
человеческого рода. Почему я на этом настаиваю? Потому что не только свою собственную жизнь спасают люди, хотя они ничего не знают об этой аксиоме и поступают в данном случае интуитивно, не зная этого закона, потому что это зашито в великом инстинкте жизни. Вот они так поступают, например, если спасают ценой собственной жизни жизнь детей, потому что количество жизни, которое у них останется, намного больше, чем жизнь, которую потратит, ну, скажем, взрослый мужчина, которому осталось лет 30 жить, да? Дети проживут намного дольше. И, кроме того, это не один ребенок. Защищают жизнь матерей, потому что она может принести еще много жизней и так далее. Значит, в таких случаях человек поступает, мужчина, человек. Да, старается завести 7-8 детей. Что? Старается каждый мужчина завести 7-8 детей, а также некоторые 12-15. Я не понял, о чем. Ну, это же явление того же порядка, когда мужчина пытается завести 7-8 детей, а то 10-12, как и спасение жизни матерей, как и спасение жизни ребенка. Явление же такого же порядка. Я как-то, видимо, плохо слышу, что ли, я не понимаю, да, о чем. Но если мужчина стремится завести вторую семью, третью и много детей, он поступает, правильно ли он поступает на воде? На практике мы этого не наблюдаем. Мы не наблюдаем, что мужчина собирается завести большое количество детей хотя бы от одной женщины. Мы этого не видели. Ты здесь путаешь. Ты говоришь, что инстинктивно. Может быть, он, вот он инстинктивно сознательно не собирается, а в обществе инстинктивно все собираются. Да. Вот, например, в этой самой... Инстинкт такой зашит на самом деле. Я закончу. Почему не поступают всегда? Во-первых, всегда поступали в соответствии с ним, если на то пошло. Да? И всегда мораль, даже у очень высоконравственных людей, дороживших честью и моралью, таких вот, как, скажем, в 19 веке дворяне российские, там, офицеры и так далее. На самом деле мы знаем, что Бецкой, побочный сын Трубецкого, мы знаем о побочных детях царской фамилии, мы знаем, что Герцен тоже, ну и так далее. И таких вообще на самом деле много, о которых мы не знаем ничего. Ну, по слухам, не знаю, удобно ли в этом обществе об этом говорить, Троцкий побочный сын, внук Пушкина. И такой же тик у него был, курчавые волосы, синие глаза. Он просто воспитывался в еврейской семье, потому что туда его сдали на воспитание. При последствии Давыдову, который тоже был побочный ребенок, которого тоже сдали в еврейскую семью для воспитания. Ну, это не важно, но я просто к тому, что это было всегда, и потому что это зашито в инстинкте. Почему Почему было всегда? Вот сейчас современные дети, я закончу. Там живут. Значит, мы потом подискутируем, потому что у меня время ограничено. Да, сначала докладчик говорит. А вот совершенно верно, да. Я повторяю, это было всегда, это продолжается сейчас совершенно официально, скажем, в исповедующих ислам. Не моногамная семья, да? И ничего, благополучно все развивают. Европа, где моногамная семья, религия не разрешает, считается ай-яй-яй, как нехорошо, безнравственно и так далее. Но вы знаете, что нравственность релятивна, историчная и меняется. Происходит неизменным, только остается инстинкт, который, преодолевается моралью. Мораль релятивна. Так вот, правильно она и неправильно, это очень важно знать, опираясь на объективный закон. Нужно ли ее преодолевать? Нужно ее изменять, модифицировать или оставить так, как есть? У китайцев считалось нравственным, если девочку с маленького возраста заковывали в деревянные башмаки, чтобы вот такую вот ей походку определенную. Это считалось нравственным, а если нет, безнравственно. В исламе считается безнравственно, если девушка там без пиджаба этого, без платка идет, без паранджи считалось раньше, безнравственно. Сейчас нравственность спутайтесь с традициями. Ну и так далее. Да? Все-таки нравственность и традиции культурные – это разные вещи. Мы сейчас не будем в это скатываться, просто продолжать. Теснейшим образом, я не культуролог и не моралист, но теснейшим образом традиции связаны с нравственностью. Ну, они связаны. Традиция не ковырять в носу или там не плевать на пол и тоже с нравственностью связана. Так что, отдельная тема. Короче говоря, если мы проведем мысленный эксперимент, где мы возьмем, скажем, 10 стариков по 70 лет и 10 детей по 7 лет, и возникнет ситуация, когда либо те, либо другие должны пожертвовать своими жизнями, чтобы остаться в живых.
Ну, вот такой мысленный эксперимент, как делают, скажем, в теории относительности с близнецами, там, скажем, и так далее, он имеет право на существование. Так я совершенно уверен, что, во-первых, дети будут считать, что совершенно несправедливо, чтобы с ними такое случилось. Ну, пусть старики, они так эгоисты. И оправданные эгоисты, на самом деле, если исходить вот из той аксиомы, которую я сформулировал. И старики, конечно, согласятся пожертвовать своими жизнями, я думаю, все до одного, для того, чтобы спасить детей. Теперь, если мы поговорим о количестве жизни, ну, понятно, что это такое, да? Вот для стариков, скажем, там, в среднем по 10 лет остается жить, их 10, ну, значит, вот 100 лет. А для детей по 7 лет и до 80, это там по 73 умножено, 703. Никто этого не вычисляет, этого не знают. Поступают в соответствии с инстинктом и поступают правильно. А тот, кто поступает наоборот, оказывается, поступает неверно. И здесь возникает вопрос о добре и зле, то есть вот о той самой нравственности. Так мы можем сформулировать абсолютную нравственность, которая состоит в том, что если вы поступаете в соответствии с этой аксиомой, вы поступаете нравственно. Если вы совершаете действия, которые так или иначе, прямо или косвенно, увеличивают количество жизней, тут все эти вопросы о браках, не браках и так далее, да, увеличиваете количество жизни человеческой и нечеловеческой, животной, вы поступаете нравственно. И в любой нравственности, христианской, такой-сякой, вы найдете подтверждение этому тезису. Если вы налево и направо убиваете людей, травите собак и так далее, вы поступаете неправильно. Не во имя сохранения жизни, там, скажем, когда оборонительная война, и вы либо враг сделает, что хочет с вами, либо вы должны остановить врага. Это тоже соответствует, между прочим, той же самой нравственности и той же самой аксиоме. Количественные критерии, а как же качественные? Если вы как сумасшедший, как Брейвик, как кто там, не знаю, из каких-то там соображений дурацких приходите и стреляете налево и направо, поступаете безнравственно и садитесь в тюрьму или вас расстреливают и поступают. Представьте себе, семья алкоголиков размножается, так сказать, штампует детей одного за другим. Это нравственно? Это увеличивает? Безнравственно быть алкоголиком для начала, а потом все остальное. Поэтому, потерявший голову, не надо оплакивать прическу. Вот так скажем. То есть надо видеть фундаментальные вещи. Следствие. Немцы говорят об этом. Флок-нокен, плохуша. Если вы главное упустили, обсуждаете, какая была прическа у отрубленной головы, вы занимаетесь не тем, чем надо. Поехали дальше. Значит, в системе и в той модели, о которой я говорю, кроме этой аксиомы, формулируется постулат. Он состоит в следующем. Он носит до некоторой степени парадоксальный характер, и поэтому может быть оспорен. Вот здесь предмет для дискуссии я вижу. Значит, постулат этот звучит так. Движущие силы развития общества, играющие роль его свободной энергии, то есть свободной энергии этой системы, является социальная напряженность. Вот как ни странно. И если эта социальная напряженность имеет оптимальную величину, то она конструктивна. Если она выходит за пределы оптимальной величины, неважно, в меньшую или высшую сторону, она деструктивна. Вот поскольку этот вывод не опирается на, не формализован, не опирается, скажем, на дифференциальные уравнения, я могу его только иллюстративно или качественно обосновать, так как это делалось до меня всегда в социентальных исследованиях, в исторических исследованиях, где за качественный уровень до сих пор не выходит, и только недавно, на днях философии, так слово сказать, в Петербурге, я узнал, что развивается направление на историческом факультете нашего университета Санкт-Петербургского, историческое, значит, направление в истории, которое опирается на мат-статистику. Вот, значит, они сами поняли, что, несмотря на то, что это гуманитарная наука, надо следовать тезису, что наука в такой степени наука, которая соответствует тезису, что природа разговаривает на языке чисел. Вот есть такой бессмертный афоризм. Или она в такой степени наука, в какой она математизирована. Так вот, этот постулат я формулирую на качественном уровне. Я не могу опереться на какие-то формальные... Но он не формулирует. То есть, еще раз. В обществе ровно столько свободной энергии, сколько в ней напряженности социальной.
Вот столько, сколько, это не совсем точно, потому что я не это утверждаю. Я утверждаю, что социальная напряженность конструктивна, если она в пределах оптимума, деструктивна, если за его пределы выходит. Если она может быть меньше и больше и становится деструктивной, значит, существует оптимум. Значит, нам достаточно показать, что если она меньше некоторого уровня, она не плодотворна, по крайней мере, а если она больше некоторого уровня, то она деструктивна, то мы таким образом докажем, что должен быть оптимум, где она не просто терпима, а на самом деле служит динамике общества, служит развитию. Ну, проиллюстрируем это, хотя французы говорят, что всякая аналогия хромает, и конечно, примерами ни доказательства не приводятся, но за неимением другого мне придется сослаться на примеры, и я думаю, что они достаточно красноречиво подтверждают то, что я утверждаю, то есть наличие содержания этого постулата. Значит, вот до сих пор вы знаете, на радость историкам и социологам, существует общество от первобытного до, скажем, до социалистического, если брать общество там северных стран, Норвегии, Швеции, Дании, ну и даже Австрии, скажем, и так далее. Да? Можно считать их, в общем-то, уже социалистическими. Так от первобытного все остальные, кроме того, начиная от первобытного, все остальные включают в себя элементы предыдущих. Вот совсем недавно в газете, вы знаете, там, да, обсуждалось, и не только в СМИ, вообще ни в одной газете, наверняка в интернете и так далее, обсуждалось, что обнаружили, еле спасли, и то не всех, рабов в центре Москвы, в магазине. Рабов. В полном смысле этого слова. В другом случае, тоже, по-моему, в этом году, на каком-то рынке, тоже в Москве, 17 человек сгорели в контейнере морском, потому что их заперли снаружи рабы. Так что вот в Москве, и думаю, что не только в Москве, рабы существуют. А с одним рабом, который сбежал из рабства в Дагестан, не в Дагестане, сейчас скажу, Карачаево-Черкесия. Я просто имел случай разговаривать. Его схватили в Минводах. Сказали, вот, подвезем, давай, хочешь, по дешевке на машине. Посадили в машину, увезли в горы, там этот, как он называется, Ашара, где пастухи. И там его, значит, за первую попытку бегства у него отрубили палец, сказали, что в следующий раз отрубят голову. Но он все-таки сбежал, благодаря шоферу, который оказался русский, и, значит, увез его. Вот я с ним разговаривал. Провел он там 10 лет в рабстве. Не получая ничего, кроме еды, как собак кормили, так его кормили. По-советски. Ну ладно. Значит, существует. Из одного строя в другой перекочевывает, только вопрос в том, в какой пропорции и какой строй становится доминирующим. Значит, вот есть набор всего, что вам угодно, в том числе в долине реки Амазонки существуют племена в первобытном состоянии до сих пор. И социальной напряженности никакой. Потому что, если молодой вождь, который хочет командовать парадом, условно говоря, приходит в противоречие со старым вождем, то может после драки, потасовки, это все социальные напряженности. Он забирает тех, кто хочет с ним продолжать род, и уходит в цель его, поскольку ее там хватает на всех. И транслируется тот же самый образ жизни, только на другой территории. Без всяких изменений. Значит, всякое отсутствие социальной напряженности или ее какой-то очень маленький уровень непродуктивен. Потому что другое человечество, где социальной напряженности было много, и где был и оптимальный ее уровень, достигло, как вы понимаете, таких высот, что летают в космос, ставят вопрос об освоении Марса, в то время как те, почти нагишом, стреляют из лука в летающий над ними вертолет. Ну, вот не знаю, насколько убедительный этот пример. Что касается зашкаливания, то войны, революции и так далее, и это стало уже общим местом, не я первый это сказал, и не один, конечно, что в таких случаях социум отбрасывается назад. Хотя еще живые люди, или живые убеждения,
что революции и войны – это локомотив истории. Потому что если люди что-то и делают, то как раз для войны или для обороны. Все эти ракеты, все эти полеты в космос и так далее, все для этого, ГЛОНАССы и так далее. На самом деле не совсем так, хотя и это имеет место быть. И тут нужно сказать, что все человечество в культурном отношении движется вперед, на самом деле, очень малым количеством людей в процентном отношении. По исследованиям, которые мне известны, 95% во всем мире людей, потому что исследования проводились на всех континентах, 95% людей, которые на сленге студенческом можно назвать пофигистами. А я вам абсолютно все равно, какое государство, кто у власти, что они там себе думают. «Зенит» чемпион, пиво выпил, бутылкой запустил в того, кто болеет за «Динамо», и день прожит не зря. Ну, фигурально выражаясь. И ничего остального их не интересует либо вообще никак, либо в очень относительной степени. Это не значит, что это обуза, что это... Нет, это как раз те люди, которые жизнь собственно и держат. Но продвигает ее вперед ничтожное количество людей в процентном отношении. Выходит 5%, если учесть, сколько среди них шизофреников, значит, будет еще меньше. Ну так вот, это количество тащит на себе весь этот воз прогресса, прокладывая путь остальным. И здесь уместно вспомнить крылатый афоризм, который состоит в том, что талантливые люди отличаются от обычных тем, что они попадают в цель, в которую другие попасть не могут, а гениальные люди отличаются от талантливых тем, что они видят цель, которую не видит больше никто. Ну так вот, стало быть, исходим из того, что революции и войны, то есть там, где социальная напряженность зашкаливает, она выше оптимума, деструктивны. Если она недостаточна, непродуктивны. И значит, должен существовать оптимум, где эта социальная напряженность приемлема, и не только приемлема, но оказывается конструктивной. Конкуренция, что такое? Ясно, фактор, вызывающий напряженность. А? Но она конструктивна. В каком количестве она конструктивна, в каком деструктивна? Я думаю, что это соответствует золотому сечению. Если 38 на 62, вот такое соотношение, то вы получаете, их отношение дает 1,618. И эмпирика показывает, что если 38% от дохода собираемый налог, то это устойчивое отношение, люди охотно платят. Ну, охотно. Платят, ну, оптимально, скажем так, если брать статистику, сколько уплатили, сколько убежали от налогов, сколько недоплатили. 38 – это тот процент, когда наибольший сбор налогов. Если вы делаете больше, начинают убегать от налогов, и вы понижаете на самом деле собранный налог. Если меньше, то вы не добираете налога, и социум на такие налоги... Ну, хозяйство, экономика развивается с отставанием. 38 оптимум. Это, значит ли это, что не собирают? Собирают. Есть дифференциальный налог и так далее. Но важна тенденция, что к этому числу оно как-то интуитивно или эмпирически угадано, и его стараются придерживаться. С колебаниями около него там, в ту или другую сторону. Поэтому есть основания полагать, что вот это золотое сечение не просто интуитивно угадано, а это угадан закон. И закон состоит в том, что золотое сечение, как мера гармонии, должно стать на самом деле мировой константой, потому что соответствуют не только социальные отношения этому золотому сечению, но соответствует, например, большие полуоси орбит планет Солнечной системы соответствует золотому сечению. Ну и многое другое. То есть и в живой, и в живой природе мы видим его проявление. Конечно, можно было бы измерять состояние общества и приписывать ему те или иные измы: феодализм, капитализм, марксизм, социализм, капитализм, феодализм.
по величине отклонения от золотого сечения или по величине приближения к нему. Но я предлагаю, пока не стало это общепринятым, что вот именно золотое сечение можно принимать в качестве меры социальной гармонии или социальной напряженности. Социальная напряженность, условимся, я мог бы дать дефиницию, но... Ну, то есть вы сводите... Условимся социальную напряженность понимать как единицу, как величину обратную социальной гармонии. То есть чем больше социальная напряженность, тем меньше в ней социальной гармонии, да? Чем меньше социальная напряженность или ближе к оптимуму, тем ближе общество к социальной гармонии. Чем выше справедливость, солидарность и свобода, эти вот лозунг социал-демократии, чем более свято они соблюдаются, тем общество ближе к социальной гармонии. Мы можем утверждать, что к социальной гармонии ближе Норвегия, Швеция и Дания, но не Россия, не Туркмения и не Сомали. Ну так, значит, с этим мы... Зато получается, что они развиваться будут слабее, чем Сомали, Дания, Сомали, Россия и кто еще? Туркмения. Ну, Норвегия и Швеция. У них же количество свободной энергии меньше. Социально напряженность же у них не сильно. Нет, нет. Важно не больше, меньше. Это пустые разговоры. Важно, как вы приближаетесь к оптимуму. И важно еще, раз мы говорим о динамике социальной модели, как этот оптимум ведет себя исторически. Остается ли его ширина постоянно или он сужается? Так вот я утверждаю, что он сужается. И поэтому там для достижения той же самой синергетики, синергии, достаточно небольшого увеличения напряженности. То есть небольшого. Вот вы, ваш сосед не убирает там что-то там по коттеджу, там вы коттедж, вот ваш коттедж, вот другой, на бытовом уровне. Не часто стрижет траву, и вас это уже раздражает, и вы ему дарите косилку, чтобы он траву эту, например, чтобы он ее убирал. Вы таким образом снимаете эту напряженность, бытовую. Но и в социальном смысле то же самое. То есть общество становится по мере развития более, ну скажем, более культурным, это правильно. Оно становится более лоббильным, более подвижным. Ему нужен меньше, это как высокотемпературная проводимость. Ему нужен меньше потенциала или вообще никакого, чтобы, придя в движение, оно его продолжало. Ну, если для высокотемпературной сверхпроводимости, то это так. А для высоколоббильного общества достаточно небольшого социального напряжения, чтобы оно солидарно, консолидировано решило эту проблему, которая вызывает эту социальную напряженность. Да? Для общества отсталого убить надо большое количество людей, чтобы оно сделало то, что оно должно сделать. Ну, не убить, а угрожать, по крайней мере, вот жизнь. Вот тогда они построятся вместе и пойдут делать то, что вообще должны были бы сделать сами по себе, потому что это в их интересах. Вы скажете, а те же инстинкты и так далее, но на одном инстинкте солидарность не рождается. Да? Солидарно бегут от пожара олень и тигр, потому что в это время они не интересуют друг друга как жертва и хищник, а им нужно спасаться. И тогда они бегут вместе. Ну, короче говоря, конечно, все это достаточно сложно, исторично и так далее. Но я повторяю, что главным здесь остается, что роль свободной энергии играет социальная напряженность, это раз, что мерой гармонии, как величине обратной социальной напряженности, может выступать золотое сечение, но вот я отвлекся, я говорил до этого, что я предлагаю другую меру социальной напряженности. И даже предлагаю единицу этой меры. В качестве меры социальной напряженности предлагается человеческая жизнь, количество человеческой жизни, здесь так уместно говорить, которую необходимо затратить, чтобы довести эту социальную напряженность до оптимального уровня. Потому что оптимум уже не требует жертв. За единицу этого количества жизни можно принять длительность
человеческой жизни от достигнутого возраста до установленного геронтологами предельного возраста человека как вида. Таким предельным возрастом, если мне не изменяет память, является 130 лет. Все остальное мы просто не доживаем. Но это условно, это так же, как для потенциала. Условная граница. Вы ее принимаете, что вот здесь ноль, а там бесконечность. Вот и все. Да? Ну или можно принять, скажем, от полового возраста, от возраста половой зрелости, там 20 лет, скажем, да, до среднего возраста в данной ситуации, в данной стране, средняя продолжительность жизни. Значит, граничный возраст продолжительности жизни. Скажем, в нашей стране для мужчин 59 лет было, для женщин, по-моему, 70. Вот, скажем, приняли это, и дальше сколько вы не дожили, вот это количество жизней. Так вот, то количество жизней или в их долях, или в этих жизнях, умноженных на n, если эта социальная напряженность снимается, то вот это мера. А за единицу, значит, принимается вот человеческая жизнь, количество человеческой жизни, как я ее обозначил. Таким образом, мы можем говорить, что... Прошло 40 минут, я просто предлагаю к обсуждению как-то... Как хорошо. Потому что таким, иначе просто... Таким образом, мы должны были... Уже сейчас все уже уйдут с этого канала. Да, просто надо дискуссию делать, понимаете, и вопрос не состоит в том, что вы изложили. Вам что важнее, кино или дифференциальное уравнение? Да мне, а? Кино... Нет, давайте сделаем так, сейчас просто какие-то пройдем первый круг вопросов, а дальше посмотрим, может быть, вы продолжите потом, когда уже будет всем все ясно. Ну да, таким образом я все-таки хотел закончить начатую фразу. Когда говорят, что в войне погибло, там, скажем, 50 миллионов человек, то это неправильный подсчет. В войне погибло столько жизней, сколько в среднем возрасте, там сколько, 20-летний возраст, до 70, 50 лет. Вот, 50 лет надо умножить на количество погибших особей. Вот сколько погибло жизней для снятия этой напряженности. Спасибо, я закончил, хотя я много не сказал. Ну, это вот доказательство, это то, что сделал Поршнев. Да, я открыл закон гармонии. Но я о нем не сказал. Ну это если это, вы... Вот H это что такое? Что? H социальная напряженность. H социальная она напряженность. Функция времени. А это что такое? Нет, так тут еще нужно сказать вот о чем. Что вводится фазовое пространство. Так. Чтобы не оперировать с самими особями. Да, а прошу прощения, а Поршнев это вот человек, который занимался историей? Борис Федорович, он дважды доктор. Он доктор экономических наук и доктор, по-моему, философских наук. Ну, психологии. Который занимался вот этими, грубо говоря, психологическими теориями истории. Что? Совершенно справедливо. Еще Йети искал, который. Йети? Ну, я не знаю, наверное, да. Я не знаю. Если обозначить вот эту вот сумму социальных напряженностей. Почему сумма? Потому что, ну, скажем, если война, то это социальная напряженность не только в той стороне, там тоже не без социальной напряженности, но и с той и другой стороны. И еще какие-то должны быть параметры, которые характеризуют напряженность между этими социумами. Так что понятно, что там должно быть достаточно много параметров. Значит, вводится фазовое пространство. В этом пространстве вы уже оперируете, можете применять математические методы и оперируете с некоторыми параметрами. Причем сами параметры могут оказаться сложными. Я в модели... А фазовое пространство от каких переменных зависит? Вот я об этом сейчас говорю. Я предлагаю просто, давайте лучше основания сначала обсудим, потому что мне кажется, что бесполезно говорить о правдах следствиях, если не выяснить основания. Мне кажется, очень спорные у вас основания. Вот в основании вашей теории достаточно спорно, чтобы как бы продолжать дальше выяснять. Ну, давайте, мне был задан вопрос, я на него отвечаю. Нет, ну давай, ну просто, чтобы на доске что-то написано, надо понять, что там написано. Игорь, я подозреваю, что просто это будет сейчас все сразу сумбурно, потому что к этому надо подходить, наверное, аккуратненько, понимаешь? Ну просто вот, ну там же есть формулы какие-то. Ну если есть, посмотрим. Нет, ну понятно, что это означает. Просто так написать или понять? Ну да, но надо было написать. Я социальная напряженность. Так, социальная напряженность. Она функция времени понятная, да? А Q это что такое? А Q обобщенные координаты, как во всяком фазовом пространстве. Ну понятно какие. Так а смысл? Так я хотел перечислить, мне сказали, не надо. Хорошо, хорошо. Если перечислить, я взял в модели 4 параметра, кроме времени.
Ну, если считать за начальные условия демографии, если не считать, тогда их три. То есть, если демографию считать за начальные условия, потому что нет человека, нет проблем, нет социума, нечего обсуждать, да? А, значит, если вот при заданной демографии вы граничные условия ее оставляете, то тогда я предлагаю три параметра. Это управление, или система управления, сложный параметр, да? Но можно характеризовать каким-то числом. В той же шкале, в жизнях, например, в количестве человеческой жизни. Дальше, экономика и культура. Культуру, вот классическая наука, которую можно еще читать, теории, это вот марксизм, исторический материализм. Культуру относил к настройке, у нас ее до сих пор по остаточному принципу и так далее. Хотя всем уже теперь ясно, что с момента, когда не стоит вопрос о том, чтобы произвести достаточное количество продуктов, чтобы просто выжить, культура приобретает значение выше, чем экономика. Система управления всегда доминантна, потому что если нет управления, нет социума. И это связано с то есть энтропийная система без управления не система. Хорошо. А вот N это сколько? Сколько людей? И еще что это такое? Ну, N зависит, да, нет, зависит от... Размерность фазового пространства на чем? Нет, зависит от тех элементов, которые вы включаете как элементы социальной напряженности. И куиты, и от единицы, да, N. Ну, такая... Вот это обобщенный параметр. Вот в моей системе их три. Понятно. Ясно. А вот производная по ДТ – это условие экстремума, да? Совершенно справедливо. Mm-hmm. Это условие экстремума. Мы же говорили об оптимуме. Да, значит, да, да, да. Значит, центр этого оптима есть вершина экстремума. А почему там тогда Т стремится к нулю? Т к У стремится к нулю. Да, это я, наверное, неправильно написал в ППХ. Ну, это мы потом уточним, ладно. Поехали дальше. Ну, вот очевидно, что неправильно, да, потому что тогда у вас производная не возникнет АТ, потому что у вас функция будет. Ну, хорошо, да. С этим мы разберемся. Так, а дальше вот там внизу чего это такое? А дальше вот... Вариация, что ли? А вот дальше, поскольку, я не успел это сказать, поскольку связи между этими тремя параметрами, динамической связи, то есть в уравнениях, я найти не смог, я просто нашел в терминах больше-меньше. Угу. Да? Ну, или лучше-хуже. Так вот, скажем, чем выше уровень развития экономики, тем больше свободного времени, тем выше культура, тем в том числе культура политическая, значит, это лучшая система управления. Система управления в Финляндии много лучше, чем у нас и в Эфиопии. Да? Потому что сознательно гражданское общество, граждане сознательно голосуют там, и так далее и тому подобное. У нас голосуют с махинациями, то есть псевдодемократия. Так вот, скажем, чем выше культура, то тем оказывается выше уровень экономики. Потому что образованные люди с высшим образованием и так далее известно в три раза вот, по современному состоянию в развитых странах, в Америке, например, люди, имеющие высшее образование, создают половину, 25% населения, имеющих высшее образование, создают половину национального продукта. Значит, остальные 75% тоже создают половину. И значит, они в три раза, 75% в три раза больше, чем 25%, а производят одинаково. Значит, эти в три раза эффективнее работают. Вот и все, да? Значит, чем выше культура, тем выше уровень экономики. И так далее, да? Система управления экономикой и культурой завязаны таким образом, примерно, я не знаю, там, скорее всего, не линейная экспоненциальная зависимость, потому что синергетика. Синергетика, вы знаете, управляется экспоненциальными соотношениями. Здесь, конечно, в явном виде синергетика, но этих соотношений я не нашел, поэтому исследовать по другим параметрам не мог, а по времени смог, вот я по времени это и сделал. Значит, если считать, что в течение некоторого... некоторого времени, когда социальная напряженность оптимальна, не меняется. Ну, скажем, Финляндия в теперешнем ее состоянии, например, да? Про Россию этого не скажешь. Вот постоянно тогда мы ее как константу можем вынести за знак суммы, и тогда вот этот предел, это будет H предел вот этой суммы. Но это все считается константой, потому что мы их не знаем, как они меняются. Постоянные. Да? Тогда предел дельта Т, значит, ясно, что этот предел, что, то есть это минимум, да,
Привычку. Я неправильно написал. Минимум. Для действия. Принцип на квартире. Не предел, а минимум. Сколько не хватает? Ну, минимум, конечно, экстремум, минимум. Значит, к минимуму стремится дельта Т. Это означает, что та же самая напряженность H снимается за все более короткое время. Это означает, что система, находящаяся в фазовом пространстве в точке с куитами, они уже все перенормированы, и в данное время Т, из этой точки, вообще говоря, может выйти в соседнюю точку в любом направлении. Но с наибольшей вероятностью выйдет в ту точку, где дельта Т будет минимальная. Это означает, что для снятия одной и той же напряженности в разные эпохи необходимо все меньше и меньше времени. Потому что всякий раз будет минимальное время. И в этот раз минимальное время, и в этот раз минимальное время. И так далее. Значит, время все время будет убывать. И это означает, что существует ускорение социального времени. Или уменьшение времени на снятие данной напряженности. Или ускорение социального прогресса. Таким образом, закон поршня доказан был другим образом. Если, опять-таки, значит, если мы вынесем дельта Т как константу, то есть будем рассматривать социальные напряженности за примерно одинаковые промежутки времени, например, за столетие. Тогда это 100, это константа, мы ее выносим за знак суммы и будем брать предел для минимум, для не предела, а минимум, аж куита. Так вот, значит, опять-таки в фазовом пространстве точка вот с наибольшей вероятностью системы будет перемещаться в точку, где социальная напряженность минимизуется, меньше. С наибольшей вероятностью. Это не значит, что не будет зигзагов около этого тренда. Нет, конечно, не будут. Но тренд будет таков, что эта социальная напряженность будет с течением времени понижаться. Это означает гармонизацию общественных отношений с течением времени. Эдуард Ильич, я знаю, что на шестом российском философском конгрессе в чем-то подобный доклад, но, может быть, менее детальный, делал Стюпин, номинально первый философ страны. Да? У вас состоялся с ним контакт. Каков результат этого контакта? Контакт состоялся не по моей инициативе. Стюпин, пересекшись со мной случайным образом, сказал, это вы делали доклад вот на такую тему? Да, я о нем наслышан. Жаль, что я его не слышал, он сам не слышал, но он о нем наслышан. Не могли бы мне его дать? У меня был один экземпляр остался, но в напечатанном виде я ему отдал. И попросил, вы, может быть, тогда мне сообщите, и там имейл указан, может мне сообщить о своих впечатлениях. Да, я постараюсь, он сказал. Ну вот мы недавно виделись на днях философии в Санкт-Петербурге. Он узнал меня, спросил, ну вы познакомились? Да, познакомился. Ну и как вообще? Она мне понравилась. И, ну так мне, у меня не хватило духа сказать, так вы, может, мне напишите отзыв? И я спросил по-другому. Вот я собираюсь отдать ее вопросы философии. Могу я сослаться на то, что вы с ней знакомы и положительно о ней отзываете? Да, конечно. Вот на этом у нас закончился разговор. Ну вот теперь дискуссии, наверное, я не знаю, какие у вас порядки. Да нет, на самом деле, немножко мы как бы, если иметь в виду слушателей, конечно, мы немного стратегию неправильно выбрали, да, надо было все-таки больше дискутировать, чем это по каким-то параметрам, да. Но мне на самом деле, как бы я просто хотел вернуться к основанию, потому что формализм это нечто, это что следует из основания, да. А в основаниях, вот мне немного странно, почему вы оцениваете жизнь только по количеству. Вот у вас все примеры у вас связаны с тем, что как бы вот важно именно количество жизни, везде количество и количество. Хотя мы знаем, что параметров много, есть же понять еще и качество жизни, да? И может быть. Я начал от фундамента, я начал с аксиомы. Всякая система опирается на аксиому, потом постулаты, потом я законы, понимаю. Теоремы вот и так далее. Правильно, да? Так вот так ваша аксиома. Так в фундаменте лежит. Она просто настолько спорная, что. Нет, если вопрос. Аксиома спорная, остальное не обсуждается. Давайте выдвиньте контраргумент. Жизнь не самое важное. Жизнь не самое важное ни для кого, ни для бактерий, ни для человека. Еще раз. Копейки не стоит. Жизнь важна, конечно, но только не только количественный параметр, но и качественный. Иначе бы не было никакой эволюции.
Иначе бы мы это остались бы там на каком-то первичном уровне, да, где количество было бы... Не развивайте эту мысль, потому что всем понятно. Качество не менее важно. У вас даже в примере, когда вы говорили о стариках, там, то почему-то старики должны были умереть просто потому, что молодые должны жить, да, почему-то. А хотя старики это те самые люди, которые обладают большим качеством жизни, они обладают знаниями, они как бы уже зрелые люди, да. А и получится ли что-нибудь из этих молодых людей, это еще неизвестно. Это еще только перспектива некая потенциальная. Совсем не обязательно, что она реализуется. Вы понимаете, и везде вот проходит одна и та же линия, на самом деле, что жить, лишь бы жить. У вас вообще цель жизни возникает только в количестве. Больше жизни количественной. Хотя всегда и везде, когда разговор идет о жизни, речь не идет о количестве, речь идет о качестве. Может быть, человек готов был бы прожить один день, но максимальным качеством, чем всю жизнь он увлачил бы там какое-то там бесцельное существо. Ну, если позволите, давайте на этом остановимся, потому что совершенно, да, да, тезис совершенно ясно, развивать его дальше просто нет смысла. Да? Все мы взрослые люди, понимаем с полуслова. Да, конечно. Так вот, давайте договоримся о приоритетах. Качество жизни, ну да, разумеется. Но если вы спросите у дикаря о качестве жизни, например, да, то он не знает ничего ни о спутниках, ни о камерах, ни о телевизорах. Его это качество не интересует. Если вы спросите там времен феодализма о качестве жизни, да, то тоже об этих вещах он знать ничего не знает, ему это не нужно, это качество. Не нужно, потому что он в нем потребности не знает. И так далее. Если заглянете... Ладно, там, если качество заглянете, относительное. Все, если дальше, заглянете, не говорите, дальше не говорите. Качество относительное. Качество относительное. А жизнь безотносительно. Количество, в смысле? Жить хочу, хочу продлить род, независимо от того, почему должны увидеть? Почему 10 стариков пожертвуют своей жизнью ради детей, если он хочет жить? Ради... Почему? Когда мы говорим о фундаментальных вещах, то есть нечто самое главное, что я кладу в фундамент. Я не отрицаю, что качество жизни играет большую роль, что качество жизни историчное, оно там... Нет, а вы понимаете, почему я качество говорю? Потому что я говорю о смысле жизни. Если вы качество жизни ставите наряду с количеством жизни, значит, вы неправильно понимаете эти вещи. Вот и все. Нет, я просто говорю о смысле жизни. Прежде надо жить. Смысл жизни, это что, в количестве, что ли? Прежде надо жить, чтобы рассуждать о качестве. Если вы мертвец, качество вам не нужно. Вот и все. И все остальные так же. Если вы умерли, вас качество больше не интересует. Чтобы говорить о качестве, надо сначала жить. Нет, так у вас качество и не возникает, у вас одно количество и остается. У вас везде количество, количество у вас везде. Да, главное... я говорю именно о количестве, потому что оказывается... А качество и не возникает. Вы этого, значит, не поняли. Значит, что бросается сразу в глаза, это моя индивидуальная жизнь. Жизнь бактерии, моя, и каждый борется за себя, знать ничего не хочет о других. Но это оказывается не так. При более глубоком рассмотрении, оказывается, каждый борется не только за себя, но и за создание условий для существования своего вида. И именно поэтому качество жизни повышается. Именно поэтому сейчас обсуждается вопрос о преодолении этого апофиса, о его расстреле там, или увода на другую орбиту, чтобы качество жизни не только не ухудшилось, не оборвалось, а продлилось и улучшилось. Так сначала надо жить, чтобы улучшать качество. А если заботиться о качестве жизни, а не вообще о ее количестве, то никакой жизни не будет вообще, а качество говорит бесполезно. Так что вот в этой дихотомии. Не надо о количестве. В этой дихотомии на первом месте стоит количество жизни, потому что просто об индивидуальной жизни говорить бесполезно. Надо говорить о количестве. Я считаю, что вы ответили. Второй вопрос. Почему? А потом о качестве. Где вы видите альтруизм, например? Я, например, в этом мире никакого альтруизма не вижу. Это другой вопрос. Видите вы его или не видите? Не, ну вы утверждаете, что вы есть, а я утверждаю, что его нет. Ну вот докажите мне. Я вот не вижу альтруизма. Что, альтруизм? Да. Ну у вас везде все построено на альтруизм. Нет, ну вы не видите. И я не вижу. А закон говорит, что существует объективная гармонизация общественных отношений. Почему если общественные отношения? Если вы захотите увидеть, вы его увидите вместе со мной. Потому что если вы сравните образ жизни дикого человека, живущего в соответствии с законами Дарвина, так вы должны принять во внимание, что кроманьонцы, неандертальцев... Мы про них ничего не знаем, стоп, далеко уходить. Просто съели. Нет, просто съели. Мы рядом стояли, смотрели. Вот весь гуманизм. Мы рядом стояли, смотрели, каких ели. Давайте все-таки вернемся в нормальную ситуацию. Мы ни про каких кроманьонцев, ни про каких неандертальцев никаких высказываний сделать не можем. Мы о них ничего не знаем. Вы не можете, но этим занимаются специалисты, я им доверяю, поскольку я не специалист.
Хорошо, вы доверяете. Я, например, лично... А вы не доверяете. Я считаю, что вы... Поедем дальше. Возьмем рабство. Ценой жизни раба заставляли... заставляли раба что-нибудь сделать. В современном цивилизованном обществе этого не нужно. Достаточно зарплаты. Рабство возникает, вы сами сказали. Зарплата, если она справедливая, она вам дается за часть жизни, которую вы потратили на производстве, производя продукт. И стоимость, начиная от Адама Смита, Маркса и так далее, стоимость товара определяется затратой общественно признанного необходимого времени. Что такое это время? Это среднее время, которое человек... То есть это тоже альтруизм, когда человек из жизни... Когда богач богатый, а бедный, это тоже альтруизм. Да, богатый такой добрый просто, что он берет рабочих, чтобы они на него работали. Вы о чем говорите? Вы говорите об альтруизме. Нет, я говорю, что я его не вижу. Неправильно. Вы говорите так, как будто должен был быть рай на земле, а его нет. Его нет, этого рая. Так я поэтому и нет альтруизма. Нет, альтруизм есть, рая а нет. Вы мне объясните, я его не понимаю. Рая так нет. Же, вот так же есть альтруизм. Все держится на страхе, понимаете? Есть готовность. Потому что люди боятся. Ну как, современно будем говорить? Нет. Есть альтруизм, есть готовность пожертвовать жизнью так же, как есть бандитизм и есть посягательство на жизнь. Хорошо. Вопрос, как идет социальный прогресс, в какую сторону он движется. А если вы будете говорить о том, что есть в наличии, так я вам сразу скажу, есть все, что вы хотите. И даже чего вы не хотите, тоже есть. Ваш тезис об альтруизме, это просто ваш личный тезис. Он не имеет никакого отношения к реальности и объективности. Вы так считаете, другие считают по-другому. Вы просто строите... Я не считаю, я доказал, что существует объективно закон у социума. Гармонизация общественных отношений. Соответствует ли альтруизм гармонизации? Я считаю, соответствует. Я не знаю. Соответствует ли бандитизм гармонизации? Я считаю, не соответствует. Я не знаю, откуда тут альтруизм появился. Я тоже. Наверное, с гармонизацией... Насколько я знаю, проводить... Нет, пожертвовать жизнью ради других. Проводились исследования, в соответствии с которыми альтруистичное поведение, оно свойственно и для животного мира, как ни странно. Совершенно. И для человеческих сообществ. Да, когда мы защищаем птенца, это альтруизм. Ну да, скажем, я не знаю, там подвиги людей во время войны, да, допустим. Это фактически тоже альтруистическое поведение. Не, не видит молодой человек, это видимо. Бандитизм. Не, я не говорю, что его нет. Я говорю, что вы все сводите к альтруизму. Кто вам сказал, что я свожу к альтруизму? И к бандитизму в такой же степени. Пусть я говорю, есть и то, и другое. Я просто если говорю, есть и то, и другое. Я говорю, что мне удалось найти тенденцию, в которой должно развивается общество, хочет оно этого или не хочет. То есть развивается вот это направление в сторону гармонизации общественных отношений. Еще раз, гармонизация рабства это тоже своего рода гармонизация. Что за гармонизация рабства? Это что такое? Я не знаю. Я этого не утверждал. Гармонизация состоит в том, что рабство было преодолено. В значительной мере, хотя осталось... А когда было рабство, оно было гармонично? Осталось до сих пор. Да? Преодолено, и возник феодализм. Более гармоничное состояние общества. Потому что убить уже вы не имели права. Вы могли заставить работать на себя. Это тоже отдача части жизни. Потому что вы работаете на кого-то, а не на себя. Но это уже не убить. А при рабстве имели право убить. А при капитализме вы этого сделать не можете. Вы не можете прикрепить человека к земле и сказать, ты, и твои дети, и твои внуки будут на меня работать. Не можете. Я взял, уволился, ушел к другому. Вы только часть моего труда можете производить. Значит, только часть, малую часть жизни, которую я на вашем производстве тружусь, потому что значительную часть я тружусь на самого себя, а вот прибавочный продукт, прибавочное время я отдаю вам. Но там еще надо учесть, сколько я должен отдать за производство, за станки, за материалы, за руководство, за управление и так далее, и что вам остается. Значит, только вопрос, насколько справедливо вы... То есть форма рабства изменилась просто и все, да? Какое рабство? Было телесное рабство. Вы не знаете, что такое рабство и что такое капитализм? Нет, было телесное рабство, а стало рабство как бы другое. Ты поплатишь временем, как бы работаешь на кого-то. Мы разных вещах говорим. Мне уже эта дискуссия была. Мне кажется, здесь терминологический чисто вопрос. Что? Терминологическое здесь не определились понятия. Да нет, но через количество жизни становится все понятно. Можно вас спросить? При рабстве вы имеете право ликвидировать все оставшееся количество жизни. И все, потому что вы так захотели. А при капитализме вы не можете этого сделать. Иной человек будет... Потому что если вы это сделаете, вас посадят. Это еще раз говорю. Допустим, иной человек не согласится жить долго, если эта жизнь будет ничемная, понимаете?
Иной человек лучше бы прожил бы, может быть, день один, но ярко и отчетливо, ясно, понимаете, сознательно. Чем не надо говорить, понимаете, значит, я понимаю и уже знаком с этой вашей позицией. Это раз. А сколько людей, слава богу, они не похожи друг на друга, да? Кроме того, что у них две ноги там и так далее, да? Но вы постоянно смотрите, что это мое мнение. Значит, ваше мнение, значит, есть экстремалы, которые считают, что жизнь впустую прожита, если он не испытал экстремальных ощущений. Ну есть, ну и что? Ну-ка, и замечательно, что они есть. Есть бандиты, которые считают, что не ограбил другого. День впустую прожит. Мы постоянно видим эти примеры, и эти примеры, причем на самом деле общество это считает, ну, во многом. Я не о примерах говорю, когда я привел мысленный рода героев и так далее. Когда я привел мысленный эксперимент, это мысленный эксперимент со стариками и детьми, и он подтверждает только то, что в инстинкте зашито и правильно сделано, что так можно. Можно вас спрашивать? Сейчас, конечно, можно. Просто я когда я говорил о количестве, жизни. Знаете, я вот это а что касается, альтруизма, бандитизма и так далее, все это присутствует. Но я повторяю, я не об этом говорил, а о том, что существует тенденция гармонизации общественных отношений. И это закон. Вот все. Да. Понимаете? Извините, что Влад пытается вас о чем спросить. Что да. Вы рассматриваете человека на уровне бактерий, на биологическом уровне. Но у человека, помимо этого, еще сознание. Вот в этом давайте я сразу отвечу. Подождите. Да. Это ваша теория никак не учтено совершенно. Это первое. А второе, то, что вы говорите... Институт. Что значит не учтено? Вы неправильно говорите. Потому что у бактерии нет шкалы ценностей. Я же давал вам возможность высказаться. У бактерии нет шкалы ценностей. Второе, вы говорите... Ну, когда говорят то, что я не говорил, зачем же мне это? Дальше слушай. Второе, вы говорите, что вшито в инстинкт. Ну, всем известно, что современное первобытное общество, существующее в Австралии, там, Новой Гвинее и так далее, совершенно другой расклад отношений. Нет там такого. Да, все нацелено на выживание, я про Гвинею не говорил, про Австралию тоже. Я говорю. А вы говорите, я говорю про общество. Да, отношения совершенно другие. Наибольшая ценность – это мужчина, воин. Наименьшая ценность – это ребенка. Средняя ценность – женщина. Это нацелено тоже на выживание. Потому что в тех условиях, в которых живут дикари, именно это целесообразно. Так потому что только... мужчина охотник. Так вы только подтвердили. Значит, это исторически это могут быть разные зигзаги, а тенденция одна и та же. Вот. Потом третий момент. Значит, вы говорите, что... Давайте с первыми двумя, я забуду к этому моменту, если у вас больше трех. Да, ну хорошо, давайте. Вот. Давайте сначала. О сознании скажите тогда. Что? Как в вашу теорию включено вообще сознание? Человек же это не бактерия, не собака, не лошадь, не червяк, но и сознание. И это сознание с момента... Вы не так сначала, вы сначала так или иначе... вы не так формулировали. Вы сказали, что я поставил знак равенства между бактерией и человеком. Если вы считаете, что этот знак равенства нарушается только в форме наличия сознания, то это неверно. Потому что на самом деле разница гораздо лучше. Но частное и общее – это проблема философская. Так вот, я утверждаю, что между бактерией и человеком есть общее. Для начала, да? А есть и особенное... Это есть, тоже очевидно. Там есть что-то общее. А, да, совершенно справедливо, да. Потому что и тот, и другой из вещества. Так вот, мы все-таки говорим о негонотропийных системах, и поэтому неживую материю или костную материю оставим в стороне, потому что слишком очевидно. Да? Значит, и я утверждал, что у них общая интенция, и это не все, что у них общего. Потому что обмен веществ, например, да, и так далее. А общая интенция состоит в том, что и те, и другие, и без всяких исключений, стремятся сохранить жизнь, и, как я понял, не только индивидуальную, но жизнь рода. Бактерии, например, сквашивающие бактерии. Когда из молока делают простоквашу, кислое молоко, то кислая среда для них, для их рода всего, не мешает. Или даже благотворно. Остальные в кислой среде гибнут. Значит, они создают среду, где они могут жить. А не только себя собственно. И синергетика, закон негентропийных систем, синергетика устроена таким образом, и вообще негоэнтропийная система устроена таким образом, что эффект в сохранении жизни коллективной превышает сумму возможностей каждого индивида. Вот в этом вся штука. И одни ее чувствуют хребтом, то есть инстинктивно, слава богу, что такой инстинкт есть. А другим в ценностной шкале, не опираясь даже на инстинкт, хотя на самом деле танцует от него же. Это к вопросу о сознании. Значит, появляется ценностная шкала, у бактерии ее нет. Я о ценностной шкале говорил, значит, вы это пропустили. В ценностной шкале, в человеческом обществе, и то, наверное, не сразу. Да? Осознанная идея, что жизнь человека, как вида, превыше всего.
наивысшие ценности. Поэтому все остальное. Можно маленький. Поэтому все остальное я оцениваю в человеческих жизнях. Все. Понимаете, а что с вами согласиться, что главное это выживание. Что нет выживания, ничего нет. Это вы правильно говорите. Но когда вы говорите о количестве жизни, вот тут нюанс. Ведь выживание это правильно. А, ну, количество. Нам сейчас тогда нужно возвращаться к какому-то фабрикам. Я уже не нет. Класть женщин туда, и пусть они рожают. Принудительно, понимаете, под этим, под автоматом. Это вот самое эффективное. Вы почти попали в точку. И это было осознано до вас и реализовано до вас. Но, к сожалению, это было реализовано в фашистской Германии. И потому вот сейчас вернуться, как бы сказать, а ты фашист. Так что вот никто не берет на себя. Я сразу и понял, да, откуда ветер-то дует. Оттуда. Я вот о чем и говорю. Оттуда, да. Если конец цивилизации, то, но только это уже другая тема. Это вопрос, как ее преодолеть, опираясь на объективное знание закона. Можно ли сделать какие-то практические или прикладные выводы вот из этих выводов? Я пытался их сделать, и у меня есть соображения, но это отдельная тема. И, так сказать, если женщины будут рождать не одного ребенка, как в большинстве семей у нас сейчас, семья из трех человек, это вырождение. Эти самые, как они, специалисты по... Демографы. По евгенике, лучше скажу. Демографы знают, что 2,7 должно быть в среднем. Вот, так, в среднем. Ну, значит, три ребенка в семье. Тогда у вас перспектива сохранения. 2,2. Ну. Сколько 2? 2,2. 2,2? Да. Ну, я слышал 2,7, но не знаю. Нет, 2,7 это значит с развитием, да? А нет, 2,2 это, ну, это прямое воспроизводство. Да. Ну да, потому что там умирают, то скажем. Ну, 2,2. Два родителя, два останутся, а 0,2 запас на преждевременное до полового возраста, до половозрелости. Вот 0,2 куда-то, знаете, 2. Значит, даже не надо быть специалистом, чтобы понять, что ну да, это где-то правильно. Ну, я слышал 2,7. Ну, значит, если трех, скажем, рождают, вы имеете перспективу роста демографического. Если у вас один в семье, вы рождается. Вот и все. Ну что, вы влюбитесь, прилетите. Нет, значит, количество жизни не пустая вещь. Но я-то ввел понятие количества жизни, потому что я это ввожу как меру. Если я ввел социальную напряженность, я должен ее чем-то мерить. Чем вы измерите социальную напряженность? Так у вас же дальше... Она может в психофизическом смысле меряться. Можно там... адреналин померить, еще чего-нибудь такое. Но у целого социума как в чем мерить? Ну, поэтому я ввел количество человеческой жизни, а не просто число людей, которые там погибло. Потому что количество жизни, вот вы поняли, видимо, из того примера, который я со стариками говорю, таких примеров можно привести миллион. Я говорю, что это неверный пример, так никто действовать не будет. Неверный, это обсудим. Я предлагаю уже тогда переезжать обсуждение в кулуары. Давайте здесь я последний вопрос уже задам по нравственности. Из того, что вы оцениваете жизнь, это количество, да, и за отсюда следует нравственный закон у вас как становится чем-то релятивным. Потому что, естественно, как в чем? Какой будет нравственный закон в смысле количества? Вот у меня вот это, да, тоже вопрос. Потому что нравственный закон только в качестве... Подожди. Закон как-то нравственный, можно высказать только, когда жизнь оценивается качественно, да? Вот когда есть понятие смысла жизни. Я уже понял, не развивайте. Я готов ответить. Давайте. Да. Давайте после первого. А количество жизни не сохранить. Нет, например, со стариками он на это на самом деле отвечал. И там действительно количество жизни надо учитывать. Но! Ну вот крепость. Да. Вот ее осаждают. Вот выходят мужчины. Количество жизней, которые они тратят на то, чтобы защитить, преодолеть врага, убить врага, уничтожить жизни, ценой своей собственной тоже, для того, чтобы спасти в детинце, там, вот, еще раз спрятано, как в сказке о Кощее Бессмертном, яйце и волки там, и так далее, утки, да? Вот прячут, что прячут? Самое ценное, детей и женщин. И это прячут они на самом деле, хотя они этого не считали и даже не знают, а делают инстинктивно. Они сохраняют количество жизни, а не просто количество особей. А я бы еще подумал, что количество жизни. Святые не прячут. И губят свое прячут. Количество жизни, но оно гораздо меньшее, чем то, которое они сохранят. И здесь нужно говорить именно о количестве жизни. О тех, которые будут жить, а не о тех, которые... уже прожиты, там нечего сохранять. 20-летний мужчина, 20 лет прожил, эта жизнь, ее можно уже не считать, ее нет. А ему жить еще 60 лет, вот это жизнь.
Так если их 100 погибло, значит это 6 тысяч жизней. Смысл жизни только лишь бы жить. Количество, чем больше количество, чем больше жизнь, чем она дольше, тем лучше. Вот есть смысл жизни, да? Если жизнь будет бесконечная, то это не лучше или хуже. Нет, ну смысл это в этом закон всего живого. Но закон. Это ваше мнение. Вы можете считать, что он хуже или лучше. Вы можете гравитацию считать плохой. Это ваше дело. Ну это законы, все. Я, например, согласен с Гераклитом, что один лучше тысячи, если он наилучший, понимаете? Для меня тысяча людей это просто мусор, понимаете? Или Ницше, как говорил. Ну для понимаете? Вас. Ну для вас. И, я более вам того скажу. Важно, что... насколько вы близко к закону. И что для больше. И современное, вот вы говорили там про лондонский, какой там флот-то был там? Римский флот, да? И речь идет о золотом миллиарде. Она 7 миллиардов. 6 миллиардов людей все уже не приглашены на пир жизни. 6,5, правильно. Да. Ну, а предел, подсчитанный учеными, 12. Это не важно. Важно. Нет, это важно. Хорошо, даже если еще приделать, это еще более... Нет. А золотой миллиард вы как понимаете? Вы где, где вы читали про золотой миллиард? Вы я имею в виду, что речь или вы слышали о чем? Слишком много людей уже нет, на Земле. Нет, мне про золотой миллиард скажите, потому что дальше нет смысла обсуждать. Говорят, что золотой миллиард это Европа, Америка, там еще понятно. Золотой миллиард это что такое? Это какие-то избранные люди, какая разница? Не какие-то, надо читать первоисточники. Золотой миллиард это тот миллиард людей на Земле, которые при современном уровне, обозримом, дальше не видят. Может быть, дальше можно будет жить 2 миллиардам. Но с экологической точки зрения, с другой точки зрения, миллиард это тот, это не только буржуи, как считают обыватели, тетки. Вот они буржуи будут жить, а кто же их обслуживать будет? Да? Это не тот золотой миллиард. Он золотой, важно, что есть он грань, золотой грань, потому что вот этот миллиард на Земле будет жить при теперешних возможностях наилучшим образом. Правильно, а значит другие люди не приглашены и не нужны, правильно? Да они не приглашены, а просто сказано, вот это лучшее. И если... Далее вы говорите о 12 миллиардах. И правильно, граница. Стоп. И если люди... А мы будем бесконечно плодиться. И если люди хотят жить так, как вот сейчас можно рассчитать, и эта жизнь будет близка к райской, значит, во-первых, они должны быть другими людьми, не убивать друг друга, не эксплуатировать и так далее. Это раз. А во-вторых, они должны трудиться над тем, чтобы поддерживать этот миллиард, пока они не создадут условий для существования 2 миллиардов. Не, ну вы же говорите... Не, непонятно? Да все понятно, не, ну вы же сами себе противоречите. Вы говорите, количество самое главное. А теперь получается, что есть границы. Сначала 2 миллиарда границы, и потом 12 миллиардов границы. Так получается, что не количество самое главное, это правильно? Не количество, совсем другое, другая цель. У вас же везде стоит в основании количество. А получается, что количество имеет ограничения. По ресурсам там, по прочим параметрам. Вот просто удивительно, вы не физик, я не знаю. Я физик. А, физик, ну тем более непонятно тогда. Давайте по порядку, от печи. Мы говорим о количестве... Только можно вот так вот кратко? Я вот когда говорю об этом, вы говорите 10. Мы говорим о количестве жизни. Вот сейчас 6,5 миллиардов, и это жизнь для большинства населения, где миллион людей умирает просто с голоду каждый год. Да? А эта жизнь ненормальная, они считают. И считают правильно. И нормализовать ее сейчас, ну вот какая она есть, такая есть. Значит, если люди сознательно будут поддерживать миллиард здоровых людей, психически здоровых, физически здоровых, нравственно здоровых, это будет рай на Земле. Если они этого не сделают, ну не сделают. Ну живите, уроды, как живете. Вот и все. Что ж плохого в том, что посчитали, что вот при теперешних условиях миллиард. Значит, если вы сознательно будете к этому стремиться, да еще будете улучшать генофонд, вот с помощью... Женщин под автоматом. Да, не под автоматом. Свиномат. Не надо никаких автоматов. Да. Это все вы специально хотите куда-то? Меня в угол сюда загнать не получится. Не, ну вас вот начали... Никаких автоматов. Да, причем? Я автомат... У вас пример был. Если, да. Бы, если бы насекомые... Не, автоматы упоминались? Он не упоминал. Он упоминал. Да, давайте так. Подождите. У вас был пример такой интересный. Если бы насекомые не умирали, они бы там сколько там, метр, два, там заполонили всю планету, да? А вы хотите... Через год. Да, через год. А вы хотите, чтобы люди точно так же, вот через сколько-то там столетий, да, вот так вот, все больше и больше количество, и мы бы запланили всю планету, вот как эти что за чушь? Насекомые. Это физика, но я просто поражу. Вы про количество говорите? Нет, если бы вы были гуманитарием, я бы не выражал. Количество самоцель у вас получается.
Ну, откуда получается? Где вы этот вывод? Ну, вы сами постоянно, у вас это просто лежит в основании. Вы сами говорите, что жизнь оценивается из количества. Что цель жизни — это количество, увеличение количества жизни. Ну ладно, хватит. Все. Количество жизни — это нервы, которые вводятся для характеристики, для измерения социальной напряженности, ничего более. Где я еще говорил? Что чем больше... Я разве говорил, чем больше людей, что смысл жизни состоит в том, чтобы увеличить количество жизни. Более того, у вас везде в прямой линии прошло, что жизнь должна оценивать по количеству. А я вам сказал, что жизнь надо оценивать это по качеству. Ну, вы же о золотом миллиарде упоминали? Да. Я вам сказал, что вот миллиард — это рассчитано то количество, которое обеспечивает достижимые сегодняшние задания наилучшее качество. Зачем плодиться дальше? Я качество от количества не отделяю. Нет, дальше какая проблема состоит? Дальше это проблема, что людей так много уже. Все, хватит плодиться. Значит, смысл жизни не состоит в том, чтобы увеличить количество жизни. Людей много. Настолько, что людей, которые бы вошли в этот золотой миллиард, ничтожное количество. Ну да. А потом вот люди умирают, и даже это означает, умирают, что не убивать их надо, не болезни им прививать, не зомбировать их, превращая в животных, а развивать их культуру и развивать их сознание до такой степени, чтобы они сами стремились сохранить вот этот, то есть стремиться вот к этому оптимуму. Но этот оптимум — это уже стремление к качеству жизни. При том, что количество, да, будут стремиться сохранять всегда, это инстинкт. А вот каким образом достигнуть вот этого рая на земле, поддерживая определенное количество, и заботясь о том, чтобы качество было как можно больше, а это все равно происходит, хотите ли вы не хотите, все равно вы за это боретесь. Потому что качество теперешнее наше, даже бедных людей, выйдите, посмотрите автомобили там и так далее, много выше, чем качество жизни, даже, скажем, фараона при рабовладении. Вот и все. Не, ну на самолете он не летал. Ну, последний скажу тезис. А мой тезис состоит в следующем, что как бы по мере увеличения качества жизни, количество жизни, на самом деле, люди не стремятся к количеству жизни. Наоборот, как бы падает рождаемость. Хорошо. Это... Ну, что-то противоречие. Что на самом деле есть обратная тенденция. Перерыв. До какого-то момента количество важно, потому что только таким образом можно популяцию сохранить. С какого-то момента в жертву количеству все ради качества делается, а не ради количества. Люди не рожают детей, потому что важно очень качество. Нет. Качество важно. Во-первых, я еще раз повторяю, само понятие количества жизни я ввел для характеристики социальной напряженности. А к сохранению жизни и жизни вида — это не количество жизни, да, к сохранению своей жизни, жизни вида и биосферы — это немножко другая вещь. А какое количество быть для получения нужного качества — еще отдельная тема. И в этой дихотомии, вот в этом соотношении, я говорил, надо расставить приоритеты. Сначала жить, а потом улучшать качество. Вот и все. Можно еще один последний вопрос? Если приоритеты, то сначала жить. Я его задавал, просто хочу к нему вернуться, но чтобы вы поняли, я несколько слов скажу. Вот осознание, да, то есть вот сейчас вот мы уже договорились о том, что нужно количество, и нужно качество жизни, вот есть там миллиард золотых, подожди секунду, есть золотой миллиард, будет там 12 миллиардов, да? Не будет, вы видите. Подождите. Да. Ну вот, допустим, по данным вот прошлогоднего форума экономического, да, вот этого Санкт-Петербурга, только Россия может кормить 9 миллиардов человек. Если тут все наладить грамотно на уровне современных технологий сельского хозяйства. У нас не освоен океан. Девушки, подождите, океан не освоен так. То есть, в принципе. Если вы опровергаете исследователей тех, кто говорит, что 12. Я опровергаете, я с ними согласен, вы сами специалисты. Это 12 миллиардов. Они при условии, что мы ничего менять не будем жить так, как мы живем. Неверно, неверно. Эти расчеты сделаны... Но вы же сами говорили, что был владение, был феодализм, был капитализм есть, да? Может быть, возможно... Вот таким образом беспредельно, да, вообще возможности человека? Ну, кто знает, да? Поставьте плот на одного к другому, отведите для этого всего, ну сколько, полквадратного метра, посчитайте поверхность суши и посчитайте, сколько может быть людей.